Грустный арт-объект ищет себе место в Хабаровске. Фигурка грустиша известна многим горожанам. Гипсовый персонаж печального образа уже обрел своих поклонников, но они последнее время озадачены его исчезновением. Однако создатель грустиша уверяет, что причин для грусти почти нет. Репортаж Арины Солдатенковой. Ох ты ж, тяжелый какой! Эта скульптура – первенец у своего творца. Дмитрий Гасан дал ему имя «Грустяш». Малыш появился на свет в Хабаровске больше года назад. Вес 15 килограммов, рост 46 сантиметров. Родитель решил открыть мир своему детищу. Но чтобы быть спокойным за оригинал, создал его клона из гипса. Грустяш побывал в самых разных местах и сразу привлекал к себе внимание. Моя статуя начинает обрастать, видимо, поклонниками. Тут цветочки какие-то, скульптурка маленькая. Последним пристанищем гипсового грустиша стал парк Северный. Печальную скульптуру повредили вандалы, а потом и вовсе украли. Дмитрий расстроился, но все же рад, что у него остался первенец. Хотя до сих пор многим непонятно, почему же грустит грустяш. Как вы думаете, что с ним случилось? Он грустит. Нет, это его обиды. Что с ним случилось? Сам по себе образ грустиша. Это такая философия на самом деле. По большей части это даже не человек. То есть это философия, обретенная в форме. О чем, собственно, и говорит большая голова и анатомическое маленькое тело. Скульптура сделана специально таким комическим образом, чтобы создавать улыбку. Создатель грустиша призывает не зацикливаться на причинах грусти своего персонажа. Более того, автор уверен, что арт-объект может стать новой городской достопримечательностью. Грустяш непривередлив, может стоять на любой поверхности, компактный и просто милый. Кстати, у него активная личная жизнь. Правда, с профессией грустяш еще не определился. Выбирает, быть барменом или космонавтом. Естественно, грустным. Я всегда использую три цвета. Это черный, красный и белый. Иногда я использую какие-то национальные мотивы, сказки, картины, довольно-таки знакомые образы. В планах Дмитрия Гасана придать своему грустишу весомости, буквально. Автор хочет отлить новую фигурку, но не из гипса, а из свинца. Создатель еще в поиске места под солнцем для своего детища. Говорит, грустяш достоин лучшего. И даже претендует на соседство с самим Пушкиным возле педагогического института. Арина Солдатенкова, Павел Легалин, телеканал «Губерния».